Значит, притяжательное отвечает на вопрос «чье?». Ну, тут два варианта, посмотрите. Это страница 128, 4D. У вас тут две колонки. Первая колонка, говоря о «чье?», это первая форма, прилагательная. Она всегда идет в паре с другим словом. Посмотрите. Моя машина. Ну вот написано my car. А дальше его машина. His car. Ну и так далее. Вторая колонка. Все видят? Его. Два слова всегда. Моя машина. Его машина. Ну и так далее. Все по колонке. Да. Their, их. Да. Our, наша. Конечно. We, our. Мы, наша машина. Your. Ваша машина. Your. Your. Ваша машина. Тут главное обратить внимание, что два слова обязательно, словосочетание. Моя машина. Третья колонка, посмотрите, чем отличается от собой. Тут предлог и точка. Это мое. Точка. Никаких машин там не конкретизируется. Mine. Точка. Твоя вещь. Yours. Видно? И точка. Никаких прилагательных. Только предложенных. Да. Тут вот S можно дополнить. Yours, his. Ну все это в третьей колонке. Видите? Точно. Вот это разница. Да. It's his. It's. Это и внутренний род. Я не знаю, как относиться. Среднего рода. Ну, тоже среднего рода. Йос, понятно? Вот давайте упражнение сделаем. Некоторые уже сделали. Это 4D под буквой А. 4D под буквой А. Вот ребенок держит игрушку и говорит «It is mine». Ну, естественно, третью колонку. Так, делайте. Тут точка в конце. Видите, везде точка в конце. Знаете? Только третья колонка. Второе. Молодожены. Это не наша. Наш дом. А, наш дом. Ну ладно, они говорят, это наш дом. Видите? Это наша. Не, так. Ее. Ours. Да. It is ours. Это наша. Да. Ну, дом подарили. Хороший подарок. Ours. Пишите, нет? Ну, второе же надо написать, это наше. Они говорят, видите, речки, нямая. It is our, это наш дом. Ну, дом, правда, не говорит, нет, это наше, our. Копировали слово our. Ну вот, третья колонка указана. Только третья колонка. Our. Дальше что? Вот, где там? Он сидит на машине. И стрелка, это его. Скорее всего. Ну, скорее всего, он не говорит, это моя. Как было коготь, который он говорит, да? Нет, это его. Это вещь его, да. Это его. Ну-ка. Или это мои хозяева? Нет. И собака. Собака их. Да, четверка. Ну и так. There. There. Только не there, а there is a S на райсе. Ну, можно сказать. Вот there. Их собака. Они вдвоем беленькие. Ну, может, это не собака. There. Вот ребенок. Ее.
Ну, как правильно, это будет звучать. Да, есть на концу. Her. Ее. Ваша. Ваша, а вот где? А, это ваша? Он спрашивает, это ваша кухня? Is this? Нет, ваша. Is it? Почему моя? Не наша. Это твоя? Yes. Да нет. Ну, он предлагает. Нет, ну, правда. Не твоя, знаете. Кто приходил? Нет, и у нее спрашивает. Это ваша кухня? Is this? Yours. Только S на конце. Будьте внимательны. Везде S на конце. Yours. Мы заплатили маме. Yours. Конечно. Ну, попробуйте три упражнения сделать с другими. Тут надо посмотреть. Двойное, как в этом случае, моя машина. Или просто мое одно слово. Вот первое. Надо выбрать, подчеркнуть правильно. Вопросил это совсем. This is my son. Это мой сын. Понятно. My son. Ну, лучше подчеркнуть, что это мой сын. Ну, первое, диалог. Ну, давайте, почитайте, что это. This is my son. Нет, это вот пример. Ну, вот как там. Ну, кто там, пожалуйста? А? А, да, там же bag написано или что там? Case. Ну case, какая разница? Все равно написано два слова. Ну и вот не надо посмотреть, это не видно. Просто почерните то, что нужно, и все. Попробуйте. Видите, одно только слово, значит, Да. Ну давайте дальше. Два слова тоже, да? Her husband. Правильно. She is strange. And это значит второе положение. Первое, she is strange. Она француженка. А второе, her husband is British. А ее муж? Ее муж. И так далее. Два слова. Their children. Их дети. Говорят на букве Почему вы Там другое предложение. Значит,
Да, а там второе предложение. А вот там... А вот там и... Там дали, там и подобное. Понятно ли? Ну, значит, если я там уже... Да. Да, мое и все правильно. А если есть, то S нету, это средняя колонка. Да. Два слова есть. А можно вообще не должностные значения использовать S? Мое и все. Ну и ладно, хорошо. Можно, да. Не использовать S. Хорошо.